Клич о субботнике на берегу реки сотрудники Сочи-водоканала кинули в сеть интернет. И, как ни странно, откликов оказалось немало. В 9 часов утра на борьбу с мусором вышли около полусотни неравнодушных к экологии курорта сочинцев, среди которых были и сотрудники Краевого министерства природных ресурсов, Сочинского водоканала, работники администрации, политические деятели, депутаты городского собрания и ЗСК. Очень много хороших, добрых, активных, энергичных сочинцев. Мы вышли сегодня для того, чтобы показать всем нашим согражданам о том, что даже в наше очень непростое время мы все можем быть объединены вне зависимости от принадлежности к той или иной партии, к тому или иному общественному движению, можем быть объединены единой целью. А цель очень простая – сделать наш город лучше. Это только один из участков берега Хероты. Расположен он неподалеку от стройбазы и частных жилых домов. В засушливое лето река больше похожа на ручей, облепленный грудой мусора. Живой рыбы нет, зато именно этот улов был первым. Затем пошли пакеты, бутылки, пластиковая посуда, ветки деревьев и покрышки. Кстати, в этот день у водоемов собирались не только сочинцы. Перчатками, граблями, лопатами и мусорными пакетами вооружались во многих городах нашей страны. Акция прошла в рамках реализации федеральной целевой программы «Вода России». А вот сотрудники Сочинского водоканала проводят уборку рек ежегодно по несколько раз. Четвертый раз мы проводим такую акцию. И шестая точка по уборке рек в городе Сочи. Каждый раз мы в такой акции проводим полтора-два часа. Да? Но за этот период мы вывозим 5-10 тонн мусора. Можете себе представить, да, одна маленькая акция, сколько, какой вклад от каждого человека, да, сотрудника. Такой же десант чистоты уже работал в Лазаревском районе, на реке Псизуапсе, в Дагомысе и в центре курорта. Реку Херота убирают неоднократно, и каждый раз вывозится огромное количество мусора. Вот и в эту субботу две грузовые машины были загружены по полной. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.